Новая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска не исключена, но РПЦ пока ее не планирует, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион, сообщает РИА Новости. Я думаю, что коль скоро состоялась первая встреча, то, возможно, и вторая, и третья, но у нас пока нет никаких планов относительно места и времени этих встреч, сказал он. Илларион в воскресенье вместе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом принял участие в мероприятии, организованном университетом Фрибурга по случаю годовщины встречи на Кубе патриарха Московской Вся Руси Кирилла и папы Римского Франциска. По словам Иллариона, после встречи на Кубе количество контактов двух церквей увеличилось.